Петр Порошенко сегодня с рабочим визитом посетил Мариуполь. Глава Украины открыл новый административный центр по предоставлению услуг. Этот центр обещает облегчить жизнь мариупольчанам и жителям окрестностей и поможет получать нужные бумаги без очередей и ожиданий. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, визит главы страны чуть не был сорван. До этого поступило сообщение, что новый центр заминирован. Однако после обыска в здании ничего не обнаружили. После президент посетил поселок Мангуш. Там ему показали отремонтированный детский сад, который завтра примет первых воспитанников. Также президент говорил о мире и о возможном развитии событий в Донбассе. И мы створим все необходимые условия для того, чтобы примусить Россию выполнять, взять на себя зобов'язання по Минскому формату. Это безопасный блок, который означает припинение огня, отведение артиллерии, танков, всей забороненной зброї, негайне звільнення всех заручников. Безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї окупованої території. Я впевнений в тому, що п'ятий наступний пункт також є вирішальним. Це виведення всіх окупаційних військ іноземних за межі території України.